Ирка ему. Видишь, с этой стороны тоже. Ирка. Фестиваль гиревого спорта. Крымский мост, это вам Крым, не помост. Это вам не форпост. Да, крымский. Ну, что там же будешь? Ну, так, такие медальки. Солидные, солидные. И по весу солидные. Спортсменам зайти на помосты. Отсчет 5, 4, 3, 2, 1. Старт. На первом помосте работает Коробейников Владимир, Красноярский край. На втором помосте Рудиков Вадим, Ставропольский край. На третьем помосте Захаров Александр, Смоленская область. На четвертом помосте Беликов Евгений, Ставропольский край. Прошла последняя минута.
Прошла последняя минута. Свое выступление окончил второй помост Данченков Игорь с результатом 143 подъема. Внимание. 30 секунд. Номинация «Рывок» весовой категории свыше 85 килограммов. Алексей Сафиков. 20 секунд. Второе место на пьедестал. 15 секунд. Александр. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стоп! Ребята, ребята, внимание! И молодые, и такие спортсмены. Сейчас просьба, после награждения абзаца скалы чуть-чуть передвинем и помосты чуть-чуть передвинем сюда, чтобы вперед, чтобы завтра было легче выступать, а то солнце бьет в спину и глаза и мешает. После награждения останетесь, пожалуйста, вот здесь вешать не будет, чтобы не сделать. Правильно называют. Да, вот. Есть. Есть. Теперь нам было поменять на вас.
Юрий Гришин. Награждение приглашается Забабура Диана. Смирнов. Thank you.
Внимание. Кто будет делать марафон 30 минут? На судейском времени нельзя решить. Отдыхать можно только вверху или внизу, или ставить на плечи нельзя. Поднимают гири 32, 24, 16. Победитель определяется по примножению, по общему сумме пунктов и килограмм. Пошла последняя минута. Чемпион и рекордсмен мира Александр Заварзин. Советский Союз. Россия. Саша, я рад, что ты вернулся. Вернулся, да. Наконец-то вернулся. Давай, дорогой. Ребра попереломал. Да. Заросли. Заросли. Все. Заросли. Спасибо тебе, Саша. Теперь вот так вот сейчас еще. Итак, теперь для спонсоров.
Я спонсор, да. Ну тогда ты один. Профсоюз, да. Да, да, да. По суде. Понятно, да? Нет, нет, нет. Видать, видать. Давай, встанемся. Конечно. Пожалуйста. Вот и все в камерах. Ой, а грамотно. Куда смотришь? Пойдет. Ну, спасибо, товарищ. Вам спасибо. 260 тысяч. Да вот, если бы не сорвал, чуть-чуть больше было бы. Ну. Вас поздравляю тоже. Спасибо. На пьедестал приглашается Плотников Алексей. Номинация «Рывок» с результатом 140 подъемов. Весовая категория. Вот потом, ну сейчас, может, некогда, да? Также он занял номинацию. Как вот я сейчас в прошлом году в ноябре проголодал, а сейчас вот как рекомендуете? После Сербии хочу еще на две недельки сходить. Да вот где-то в ноябре проголодайте, хорошо. В ноябре, потому да? Потому что, когда прохладная погода, голодается лучше. Вы заметили? Потому да, что, когда да. Летом расслабляет, ну, ну очень вот я трудно. Зимой голодал, мерзну. А вот где-то октябрь-ноябрь, вот это то, что надо. Да? До свидания. А зимой холодно. Чаще. В феврале голодал, так спать ложусь, мерзну, не могу. Знаете, тогда что делаете? Принимайте ванну почаще, прогревающую, тогда будет вот, лучше. Да? Чтобы хорошо спали, ножки погреть, можно бутылку ложить в ножки, чтобы, потому что ну, когда человек плохо спит, голод не так идет. Вот, и теплую водичку пейте, теплую водичку пейте. А читаю у вас, что теплые ванны не рекомендуется. Ну, нормально, можно, да? Чтобы это... Можно я пока наградили? Давайте, я тоже говорю. Ага. Федорович, ладно? Завтра давайте. Саша, встань! Третий помост. Леонова Ирина закончила свое выступление с результатом 126 подъемов. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!